Как вы знаете, господа, у нас вышло обновление, связанное с всякими катаклизмами и с обновленной пожарной системой. И я решил в честь этого стать пожарником. Я думаю, это будет прикольно, поэтому почему бы не нет, почему бы этого не сделать, да. И что мне нужно сделать сейчас в данный момент? Как-то, я помню, как-то можно было... Что-то можно было. Как-то... Мне нужно сейчас убрать мой этот... Мне нужно убрать... Это можно. Блин, где-то у меня было сохранено без курса. Корл можно. Не то, ладно, мне нужно сейчас убрать куртку. Короче, мы сейчас с вами становимся пожарными и пытаемся спасать людей каким-то образом. Мы почему-то не играли. Я уже был пожарным, но мы с вами не могли нормально тушить, и было все очень плохо. У меня куртка почему-то остается такая же. Черт, как ее убрать? Как убрать эту куртку? Пожалуйста, объясните мне. Я не знаю. Как-то можно было убрать, но почему-то не в моем случае. Ну ладно. Так, убираем вот это все. Мы будем пожарником в модной вот такой вот куртке, поэтому все будет нормально у нас. Давайте берем. Где у нас пожарный костюм? Вот это у нас пожарный костюм. Выглядит, конечно, это супер смешно, но ладно, мы с вами будем особенным пожарником. Так, в чем задача наша состоит? В том, что мы с вами одеваем вот это. Так, мне кажется, мне убрать. Да? Или у нас есть какая-то другая шапочка? А ну-ка, давайте сейчас поищем мы другую шапочку. Нужно слишком маленькая, и у меня волосы, моя прекрасная прическа. Ее видно. Так, ну я не вижу здесь ничего. Ладно, давайте возьмем вот эту. Мне она не нравится, потому что там кончен вот этот старый значок Роблокса вонючий. Так, ладно, давайте. Тогда волосы уберем, хрен с ними. Буду лысым пожарником. Ладно, это выглядит смешно. Так, что еще у пожарников? Не знаю, какой-то рюкзак. Давайте такой рюкзак нацепим. Все. Так, ладно, это какой-то походный рюкзак. Давай вот кислородный баллон. Во, прекрасно. Наверное, для дайверов, но сойдет, пофигу. Все, я готов, и давайте лицо серьезное, потому что мы как бы серьезный дайвер. Дайвер. Ну, уже дайвер, все. Серьезный дядя. Все. Мы теперь будем спасать людей в таком вот интересном костюме. Хорошо. Теперь что нам понадобится? Нам понадобится... взять тачку, взять работу пожарника и отправляться на патрулирование. Я не буду, ребята, заезжать в пожарный участок, но на кое оно нам надо. Будем сейчас смотреть, что у нас тут. Будем надеяться, что нас кто-то вызовет. Давайте без сигналки пока будем ездить. Будем смотреть, что у нас, где у нас. Так, давайте мы возьмем еще на всякий случай стандартный набор спасателя. Чтобы у нас все было по РПшному, да, почему бы и нет. Все, поехали, патрулируем. Так, ничего не слышно, но погромче. Вот, теперь слышно. Все, поехали. Едем. Патрулируем дома, потому что наша задача состоит в том, чтобы предотвратить огонь, который у нас возникнет на самом этапе зачатка. Так, давайте аккуратненько вот так ездим, смотрим. Не горит ли у кого хата? Так, я слышу какой-то звук. Так, здесь какой-то... Так, проверка, пожарная проверка у нас здесь. Ага, огонь потушен, хорошо. Огонь без присмотра. На всякий случай его тоже тушану. Ну, знаете, мало ли там что. Ладно, едем дальше. Экс, садимся. Все, проверяем дальше, патрулируем. Патрулируем хаты. Ну, вроде как бы все хорошо. Давайте берем. Вроде хорошо. Воу, там убийца. Но мне пофиг, я пожарный, поэтому это работа полиции, не моя. Так что все нормально. Бля, стреляет еще. Так, уйди с дороги, придурок. Уйди с дороги. Он в воздух стреляет. Это кавказец какой-то, по-любому. Так. Да уйди, Бармалей. Так, заезжаем сюда. Бля, ты задолбал. Ты тупой? И свали отсюда нахер. Иди стреляй в свою мамашу. Так, поднимаемся давайте наверх. Аккуратненько смотрим. Слушайте, ну я не вижу пока нигде никакого огня. Значит, что все хорошо. Можно даже чуть ускориться. Давайте двадцаточку. Можно чуть ускориться. Так, проверяем здесь. Пожарная проверка. Ни у кого ли не горит хата? Добрый день.
Какое у вас роскошное платье. Надеюсь, у вас ничего не горит. Ага, дверь закрыта. Мы отсюда все увидим. Добрый день. Пожарная проверка. Вроде все хорошо. Тушить пока что ничего не надо. О, кто-то звонит. Кто-то звонит. А, ответить же нельзя. Кто-то звонит. Поехали. Поехали. Тихо-тихо. Едем, едем, едем. Едем, давайте. Скорость 50. Едем спасать. Кто-то горит. Кто-то горит. Где? Тихо, едем. Школа горит. Такс. Мы здесь. Кого спасать? Кого спасать? Не забывайте, мои хорошие, что вы можете купить мой мерч в Роблоксе. Ссылочка на мою группу в Роблокс будет в описании, где ты, в принципе, и можешь купить этот мерч. Но если ты хочешь его прощупать, попробовать, то там же ты найдешь мою игру, где есть стенд с моей одеждой, и ты сможешь посмотреть ее там. Не забудь купить и поддержать мой канал. Напоминаю, что ссылка на мою группу находится в описании. Не забудь чекнуть. Что случилось? Где пожар? Где пожар? Школьный учитель вызвал пожарника. Где пожар? Охерело, где пожар? Почему пожара нет? Зачем я приехал? Ладно, мы сейчас тут все осмотрим. Я не понял, ля. Подлюка, это что, был ложный вызов? Ты что, охерело? Ложный вызов был, вы прикиньте? Стоп, где мой шланг? Где мой шланг? У меня шланг оборвался. Это я не сильно понял, где мой шланг. Обрезали шланг? Ладно, я слышу какие-то взрывы. Может быть, там что-то горит? Может, там что-то горит? А ну-ка, давайте. Что за фигня? Где взрывы? Что происходит? Где взрывы? Что происходит? Это был ложный вызов, вы представляете? Это был ложный, мать его, вызов. Офигеть. Так, ну ни у кого дом не горит вроде. Ну вроде хорошо. Вроде в таком случае замечательно. Так, ладно, продолжаем патрулирование. Вроде все чисто, все аккуратно. Никаких происшествий. Я, кстати, до сих пор так и не застал ни пожар какой-то, ни землетрясение, нифига. Очень странно. Так, давайте сейчас поедем. Может быть, кто-то играется со спичками, и мы ему сейчас из шланга напором в морду дадим. Как вы думаете? Мне кажется, идея неплохая. Так, капец, тут застройка плотная. Настроили домов. Так, что у нас здесь? Нигде ничего не горит. Хорошо, дом исчез, нормально. Это нормальная практика для Брукхейвена. Мне нравится, когда исчезают дома. Значит, там не будет... Ничего. Пожалуйста, ну хоть кто-то, да пожар это, ну поиграйте со спичками, я пожар потушить хочу. Будьте добры. Пожалуйста. Никого, ничего не горит. Но это как-то нечестно, мне кажется. Абсолютно. Я не знаю. Ну, у меня дом тут стоит. Так что... В моем доме точно никакого пожара быть не может. Погодите. Погодите, там пожар! Там пожар! Что за говно? Где гидрант? Мне гидрант нужен. Так, воды нет, гидрант. Где гидрант? Гидранта нет. Вашу ж мать. Что, ладно, придется вот это озером. Это озеро берем. Так. Бля, пришла какая-то девка. Стоит, переодевается. У меня дом горит, их даже не вызвало ничего. Так, мне нужно как-то пробраться. Горит на втором этаже. Так, тихо. Спокойно, сейчас заберемся. Все нормально, не паникуем. Спокойно. Твою мать! Это, я к этому не был готов. Где? Где? Быстрее. Так, я начинаю паниковать. У меня все через жопу идет. Тихо. Нужно перевернуться как-то, давай. Переворачивайся. Ладно, сойдет. Так, садимся. Где шланг-то, ё-моё? Так, шланг взяли, хорошо. Садись, бармалей. Так, ну, давай, садись. Садись. О, отлично. Тихо. Тихо. Тихо, все нормально. Все нормально. Разворачивай. Разворачивай быстрее, горим. Горим, разворачивай. Серьезно? А выше я не могу поднять?
Твою мать. Стоп. Зачем мне это делать? Это же мой дом. Я же могу просто его открыть. Что за фигня? Стоп, не надо, тихо. Да тихо, уберись ты, ё-моё. Так, я открыл. Так, мне нужно срочно. У меня машина затонула. Спокойно. Так, идем тушить. Быстрее, пожарная система. Та-та-та-та-та. А почему здесь, кстати, огня нет? Так, ладно. Как подняться? Как подняться? Так, у меня проблемы. Я не могу подняться. Если я сейчас я подняться не смогу. Твою мать, бесполезный кусок говна этот шланг. Ладно, придется тушить огнетушителем. Хорошо, что я его взял с собой. Так, все нормально. Давай, 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 туши, туши. Черт, моя микроволновка любимая сгорела. Так, где? Куда? А, тихо, сюда. Туалет мой любимый горит. Чем-то ванна. Хотя чему тут гореть, блин? Так, давай. Все, хорошо. Так, где еще? Я слышу где-то еще пожар. Не могу определить. Здесь? Здесь нет. Где еще пожар? Где еще пожар? Так, тихо. Стоп, тут же есть подвал, точно. Спокойно. Спокойно, без паники, без паники. Тихо. Хорошо. Так. Давай, тушись, не тушится. О, тушится. Нет, еще горит. Черт, как я в PlayStation играть буду. Давай быстрее, закрывай. Вот как произошло, блин, я забыл камин выключить. Твою же мать. Охренеть. Фух. Хотел, блин, чей-то дом потушить, в итоге свой пришлось.